этом конгрессе я докладываю о моделировании, компьютерном моделировании индивидуальных подбородочных имплантов. Вообще, если говорить про имплантацию, то в настоящий момент и вся тенденция направлена на то, что это было строго индивидуализировано. То есть постепенно мы отходим от каких-то стандартных шаблонных подходов к внешности и переходим в зону индивидуальности, гармонизации. И вот одним из направлений коррекции определенных отклонений во внешности является вот именно использование индивидуальных имплантов. Собственно, об этом будет мой доклад о технологии изготовления этих имплантов и определенных нюансах, проблемах, сложностях, с чем может столкнуться специалист при проведении такого рода операций.